Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня собираем теплицу. Капля 2х3, обновленная, с высокой стенкой. Пока приехали, разложились, приступили уже к монтажу. Скрутили брус, сейчас ставим каркас. Тоже вторая теплица на этом участке. Вот такая капля у нас 2,5х4 стоит. Будет еще одна. А, и парник. Парник еще до 2-метровой хлебницы. Каркас теплицы у нас готов. Все закрепили, все выровняли. Сейчас будем укрыть его поликом. Останется натянуть подвеску и обшить двери. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня каплю. Шириной 2, длиной 3 метра. Капля обновленная. С высокой стенкой. Идем смотреть. У нас дверь с форточкой на термоприводе. Также форточка торцевая тоже на приводе. Есть диагональные усилители. Каркас сделан с профильной трубой 20 на 40. Покраска полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Система подвески. Два тросика натянуты. Поликарбонат 4 мм 0,8 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая вот отличная. А, нет, про брус. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан антисептиком. Закреплен в земле с помощью зацепов. Вот теперь все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх. Всем пока.